Гороскоп для Овнов на 2013 год. Общие тенденции года. Овнам 2013 год принесет много позитивных перемен. Прежде всего, перемены будут связаны с вашим кругом общения. Вы сможете добиться поставленных целей. Главное, не бросать начатое и доводить все дела до логического завершения. Иначе рискуете остаться ни с чем. Многим овнам в течение года удастся улучшить свое материальное положение. Однако стоит помнить о том, что практически все кровно заработанные средства пойдут на обустройство квартиры или дома. Те овны, кто мечтал о приобретении жилья, смогут воплотить свою мечту в жизнь. У остальных возможны крупные перемены в доме. Ремонт, приобретение дорогой мебели, предметов интерьера. Вторая половина года будет более спокойной, чем первая. Вы сможете перевести дух и на время остановить безумную гонку. Побыть с семьей, завершить давно начатые дела. Это время отдыха и созерцания. Неудивительно, что ваша активность в этот период будет снижена, и многие проекты повиснут в воздухе. Не пытайтесь обогнать время. Спешка во второй половине года будет лишь мешать. Финансы овнов в 2013 году. Первая половина года будет более богата на прибыль, в том числе и незапланированная. Вам стоит сосредоточить свою активность на достижении определенного материального достатка в первой половине года. Кроме того, вы можете прикупить хороший автомобиль в первой половине 2013 года, который даст вам возможность быть более подвижными и успевать делать несколько дел одновременно. Во второй половине года финансы будут к вам течь не так активно, но ваш уровень благосостояния не снизится. Во второй половине 2013 года вас ждут большие траты, связанные с семьей, приобретением недвижимости. Вам необходимо взвесить все, чтобы не тратить деньги впустую на предметы роскоши. Карьера и работа овнов в 2013 году. Больших прорывов в карьере стоит ожидать тем овнам, кто трудится на государство, работа госслужащих, военных, медицинских работников, а также тех овнов, кто занят в банковской сфере. Для вас этот год обещает хоть и непростое, но повышение. Вам придется побороться за свое место начальника. Однако надо понимать, что без упорства и настойчивости чего-либо добиться крайне сложно. Основные перемены в карьере произойдут в первой половине года. Остальным представителям знака Овен не стоит отчаиваться, ведь им не придется сидеть сложа руки. Год обещает много работы, причем такой, где работать нужно головой. Можете рассчитывать на поощрение в виде дополнительных дней отпуска и повышение заработной платы. Многим овнам в течение года не захочется менять насиженное место работы, так как на нем откроются новые перспективы. Любовь и отношения овнов в 2013 году. Для овнов, чье сердце еще свободно, наступит прекрасный период для завязывания новых романтических знакомств. Причем первая половина года будет более насыщена различными любовными приключениями. А вот во второй половине года вы уже сделаете свой выбор в пользу конкретного человека. Не исключено, что в скором времени эти отношения перерастут в семейные. Для овнов, имеющих вторую половинку, наступит период безмятежной семейной жизни. Вы можете наслаждаться прекрасными отношениями, гармонией в семье. Кроме того, высока вероятность пополнения в семье, даже если вы не планировали это мероприятие.